Так, друзья, пошла запись очередного фильма. Случай особый. Меня жизнь в последнее время не балует. Вот поэтому получил очередную посылку. Вот он, я, видите. Получил очередную посылку. Я решил познакомить с результатами ее исследования, с перспективами ее использования. Прежде всего с хозяином посылки, а потом уже со всеми остальными. Итак, что мне было обещано? И главное, я долго не мог понять, примерно склоняясь к такой мысли. Итак, на Урале живет очень хороший человек, имя его Данил. Вот, он предложил так. Константин Ильич, вот я вам сам не буду это делать, я вам высылаю черенки, ну и еще там эти самые кустарнички. Вот, и вы их привьете, а потом поделитесь со мной. Я не знаю, чем это вызвано. Не было в нем подвоев. А заманчивость невероятная, учитывая название. Это раз. Значит, может быть, вариант второй. Решил спасти таким образом, ну что, самому. А вдруг не получится, а деньги выброшены. Вот, получится, что выброшены. А здесь какая-то гарантия, уже Железо лучше приживется, а он потом поделится. Железо уже, сами знаете, мужик вроде бы серьезный. И тогда я сказал «да». Вот, он мне сказал, пока заплатите за половину пересылки, это там, ну сколько это, ну рублей 200. Ну я взял и выслал 1000, чтобы не чувствовать себя должен. Но если это все добро получится, тогда мы будем иметь не 1000, а если бы все это прижилось, условно говоря, цена и 1000000. Это по качеству, если это качество состоится и вырастет все, что тут обещано, это 1000000. Кто ему обещал, в свою очередь? Он обратился в фирму «Росток». Эта фирма находится в Белгороде, я их не рекламирую, вот, а отвечаю, объясняю с осторожностью. Вот. Когда я познакомился с ней поближе, у меня было и да, и нет. Да, это то, что ей руководит. Самый, на мой взгляд, авторитетный ученый. Ну, я так понимаю, что теперь не совсем уже, а скорее уже предприниматель. Вот, директор этой фирмы «Росток», Сычев Александр Иванович. Вот, я с ним лично знаком. Мы с ним, ну, пусть не живем, но знаком, и он меня знает. Причина была серьезная. Были не то что разногласия, а разное понимание будущего садоводства. И он взял и ответил на мою статью, своей статьей. Получилась очень важная, полезная переписка в крупнейшей сибирской газете «Фазенда». Я ему благодарен был отчаянно. Это прошло лет 15. В то время он, это, у него авторитета, а у меня нет. Не был авторитет среди любителей. Но тут ко мне снизошел, я так и снизошел, крупный ученый, Сычев Александр Иванович. Итак, получается, это от его фирмы получил человек. И мы сейчас, конечно, двойная пересылка. Конечно, качество не то. Я уже вижу, видите, просохшиеся груши. Но я ни одной веточки, ни одной почечки не выброшу. Нема дурных. Я все равно привью. Сейчас огляну, идет ли запись. Не говорю ли я впустую. И запись идет. Слушаем дальше. Итак, мы сейчас посмотрим качество. Вот. И начинаем мы, конечно, с то, на что я прежде всего, как бы сказать-то, повелся. Итак, перед нами два черенка. Вот это ну, просто крупноплодный прикос, как я понял, но судьба его предрешена. Я же не удержался, столько стоило мне получить посылку. Тут же хватаюсь за абрикос, сейчас поймете почему. И что я вижу? Этот мертвый. Но что делать? Судьба такая. Тем не менее, я иногда, никогда, я жду чуда. Что я сделаю потом? Вот. Никогда я не видел вот такой обмотки. Может, человек постарался, может он перестарался. Может быть. Вот. Сейчас, секунду. И, вот, видите? Может быть, я говорю, я снимаю только учебные фильмы. Не только ради меня или ради того, кто послал.
Возможно, он высылал еще награды, может быть, что-то в них живое было. Ну, посудите сами, как я рассуждаю. Вот я отрезал, полная мертвечина. Так. А было замазано, вот показать как. Вот. Ну, это надо размотать. Эти я уже, видите, эти я уже сам отрезал кончики. Ладно. И вдруг я тогда думаю, ну все, хана ему, делаю вот так. И что я вижу? Я вижу немножко зелени. Тут в таких случаях я не... Как я сделаю? Я его воду ставлю, видно? И если чуть-чуть наклюнется почка, ура, я еще постараюсь его привить. Не обещан крупноплодный. Второй черенок выглядит получше. Вот, извините, нет этого самого настоящего ножа, он в деревне, я берегу, как зенит ока. Вот. Итак, смотрим на него. Здесь уже получше. Этот я... Ну, давайте еще с другого края обследуем. Вот эта часть все равно не будет приваться. Давайте вот так сделаем. Вот так. Вот так посмотрим. Конечно же, выглядит ужасно. Концы мертвы. Вот видите? Мертвы. И все равно, дело в том, что я в руках держу джамбокот. Это вот такие абрикосы. Должны быть. Я не знаю, есть ли они этого самого. Мне, что меня смутило в фирме «Росток». Я набрал абрикосы. И вот длинный перечень абрикосов и фотографии. Горько было. Фотографии явно с интернета. Может быть, они и правда с Белгорода. И правда, тогда получается, там фирмы с Москвы, там Владивостока и заграничные. И тогда они, получается, у него присвоили. Не исключаю. Может быть, все-таки в основании всей этой системы, вначале, как у меня, появляется мой черенок. Железово, я оговорился, фотография железова в интернете, и уже 50 или 100, помните, плодопитомников присваивают ее себе, а продают неизвестно что. А люди видят роскошные 100-граммовые плоды, вот, только выбирают там, где нет моей физиономии, или физиономии моих фотомоделей, ну, симпатичных девушек, я так люблю делать. И вот получается, что им верить нельзя. Можно ли верить фирме «Росток»? Вот такой список плодопитомников и интернет-магазинов, которые претендуют именно на эту фотографию. То есть, есть ли вероятность, что это правда джамбокот? Не знаю. Вот. Не знаю, угадать невозможно. Смущает немножко, знаете что? Вот. Здесь нет цветочек почек. Я же не знаю ничего. Обычно грубое деление. Есть цветочные почки? Привитое дерево, у них дерево, которое 3-4 года привитое, обязательно будут, нет, не обязательно, но часто, большей части будут цветочные почки. Цветочных почек нет у некоторых, на однолетних, это однолетний прирост, у некоторых однолетних приростов, подчеркиваю, у некоторых, на этих, на приростах последнего года нет цветочных почек. Таких мало, но они есть. Может быть, как раз джамбокот, это все-таки что-то запредельное, с юга. Его еще надо, если он приживется у меня. Если это правда джамбокот. Вот. Мне еще надо его несколько поколений вырастить. Вот. Что получается? Еще качество черенка, ну, вы догадываетесь, да? На грани. Вот. Ну, и судьба его какая? Привью, не поленюсь. Вот выдержу его, только держать буду уже не один день, а два дня. Почему? Сильно хиловат. Все, вот он уже замочен. Дальше. Вот здесь начинается эпопея. Вот что такое номер 11? Ради интереса. Утренняя свежесть. Что я вижу перед собой? Ну, если смотреть издаля, то это груша. Сейчас размотаем немножко. Господи, ну зачем он все это делал? Ведь они же там преют, они не дышат. Вот что значит товарищ неопытный, а? Он хотел как лучше, но не делайте так никогда. Если вас полиэтилен замотать, вы же умрете. Может, поэтому они так плохо выглядят. Ну, надеюсь, Данил на меня не обидится. Мы делаем одно дело. Только благодаря ему появляется лишний фильм, который где-то многим прояснит. Ведь я же первые 10-10 посылок получал в своей жизни. Представительное хозяйство что делало? Оно печатало
не просто статьи. И обязательно там был или телефон, или адрес, фамилия, или одно из двух. И тогда мы все бросались, пришлите, пришлите. Я был самый нескромный, я не говорил дорого, не дешево, цену. Вот. Я всегда это, я просто писал, я цену определяйте сами, я согласен на любое. Вот видите, вот этого делать никогда нельзя, вот этого. Теперь смотрим. Эх, ба. Вот тут какие-то шансы есть. Какие-то. То есть он, так бывает, он все равно плохо выглядит, но он, по крайней мере, пытается ожить. Видите? Значит, номер 11. Утренняя свежесть уходит в банку. И так как уже, то я говорю, послезавтра привью, его надо отмачивать долго, упорно. Этот я уже завтра привью. Надо успеть. И утренняя свежесть будет. А чем меня еще подкупил наш друг Данил сказать? Он меня спрашивает, а у вас есть красное мясо и груши? Вот, красное есть, тот же нарядный фильм. А красное мясо, значит, в разрезе красное. Откуда? Позор. Позор, у Железова нет красного мяса и груши. Пришлю черенки. Какие здесь красное мясо, я еще не понял. На меня даже не так. У меня есть хорошая привычка. Даже бывало черенки анонимные, названия нету. Может шедевр. Помните, я написал от себя загадка, оказался шедевр слива. Бывает же, бывает. Вот. Не каждая лыка в строку, но бывает. Тогда получается следующее. Давайте еще пошаримся. То есть вы поняли, что какие-то здесь красное мясо должны быть. Вот. Ах, Татя вот он написал. Джек-кот. Вот 100 грамм. Будем надеяться. Но ведь он не сам выращивал, он тоже в свою очередь поверил. Ну, допустим, посмотрим номер, за номером номер 7. Что это такое? Тем боли. Может, я найду такое название, может, нет. Вот. А может, это и есть красное мясо. Вот. Сейчас пока некогда нам мясо точить. В разрезе довольно прилично выглядит, хотя спит. Но похож на живое. Вы видели, как я определяюсь? Видели? Ну, ходите еще вот с этой стороны срез делаю. Все равно торцы надо освежать. Я не говорю живой, я говорю, как же живой. Так, копилку. Идем дальше. Ну, например, за номером 6. К номер 5. К. Если это он что-то упоминал еще и китайские сливы. Если К это китайское слово, тогда... Нам надо убедиться, что я как-то грушу от слива отличу, ведь, да, как вы думаете? Посмотрим, друзья. Будем поглядеть, как говорят русские немцы. Так, так. Вот зачем он это сделал? Ну, вот. Ну, понимаю, старался, но так же нельзя. Обмотайте себе руку, и она начнет гнить. Так и тут. Я всегда все эти... физиологию растений сравнивать с физиологией человека. Нет, груша К6. Ну, пусть будет груша К. А может это и есть красное мясо? Ха-ха! Вот может что значит слово К. Короче, все, освежили торец. Поехали к красному мясу. Еще не все. Только начинается. У вас уже губы раскапываете, у меня все на балконе. Все еще лежат, которые не проснулись. Часть этих черенков абрикосовых я выкинул, а часть еще спит. Потому что сорт рознь. Вот, последние дни продаю. Уже цену скинул за 100 рублей. Ну, понятно, что последние дни был всего один заказ, что все это будет выброшено. Вот. Ну, вот видите, знаете, что получилось? Прилипло, я потянул, все, почки нет, почки нет. Ну, буду еще аккуратнее снимать. Вот. Постараюсь. Вот еще где-то почку потеряю. Давайте так сделаем. А, ну, в принципе, это осталось немного. Каждый хочет в руках подержать. А вы знаете, у людей, я заметил еще, у людей, у которых слегка неправильно руки, с точки зрения нормального человека, это может быть травма на руке. Это может быть, как вот я знаю одного из самых, я считаю, выдающихся садоводов в России, у него пальцы сросшиеся.
То есть как-то немножко, и вот именно у таких людей, зажившими травмами, это, у них особая какая-то энергетика. В их руках все буквально зацветает, просыпается и приживается, приживается. Ну вот смотрим, сейчас мы еще сделаем какую-то эту. Ну, сразу видно. Вот это вот как можно срочнее привить. Ну, шансов мало, но все равно привью. Вы думаете, что? Выброшу, удавлюсь, но не выброшу. От жадности застрелюсь. Если пришлете бесплатную веревку, я от жадности еще и повешусь. Но никогда. Видите, я все равно их буду привать. Смотрим. Да, перележали. Что тут поделаешь? Вот. Видите, должно быть зеленое это самое, как оно называется, камбий. Давайте тогда вот тут вот резанем еще. Вот. Ну, чуть зелено появляется. Вот. Значит, еще не, шанс есть. Так. Вот это очень крупное. Проснулось. Номер 6. А что такое H5? Опять получается красное мясо, наверное. Так. Сейчас. Приберем. Вот. Шанс есть, потому что проснулся, значит, еще может выживить. Конечно, счет второй, знаешь, все плохо. Время упущено. Неделя жары, после всего, что было, неделя жары – это ужасно. У меня расцветают абрикосы. Вот. Просыпаются, они всегда рано просыпаются, плодовые ветки именно на грушах. И когда к ним приваешь, особо движение закончено. Результатов хороших ждать не приходится. Ну что, пробуем? Хотя бы посмотреть. Что-то такое, два. Два – это бураковка. Ху-ху-ху. Понятия не имею. Так, еще. Так, еще. За номером 8. К6. Но я очень надеюсь, что К6, что это красный лист. Нет, не красный лист, а красноплодная. Вот. Почки проснулись. Вид ужасный, но почки-то проснулись. Будем надеяться, что в моих руках они дальше живут. За номером 10. Скороспелка новоскольская. Понятия не имею. Кроме скороспелки вечерина, ничего не знаю. И, наконец, за номером 14. Опять красномясное. Я догадываюсь, что красномясное. Так, что-то плохо, когда нет острого ножа. Это я кухонным работал. Вот так надо сжать. Зелень, видите? Вот этот почти наверняка у меня привьется. Ну и наконец посмотрели, что такое сорбопирус из Тимирязевской академии. Я не знаю, ведь такого мы не встретили. Смотрите, вот то, что это. Раз. Скороспелка из требу. Мы не встретили. Может быть, не все было положено. Вот. Тут еще написано. Китайка, китайская. Красным отмечен конец пленки. Конец пленки отмечен. Вот. Поэтому теперь будем делать так. Если это китайка, то простите меня, Данил. Я нашел полтора черенка абрикоса. Вот этот самый джемукит. Остальные были груши. И еще вот. Значит, это я понимаю вместе с корнями, это я понимаю вместе с грунтом, да? Я вижу пока то, что торчит. Один, два. Ну, вид, конечно, бледный, перележало. Но вы знаете, что у них есть хороший, вот видите, зелень. У них есть хорошая способность вылазить из этого. Прямо от корней. Попробую спасти. А что это такое? Тут написано так, первое. Ежевика бесшипная. У нас ежевика вымерзает. Кстати, шипы на ней есть. Но будем считать, что это маленькие шипы. Это, знаете, ко мне попало это. Черная смородина под названием Черный принц. Есть абрикос Черный принц. А это была смородина. И написано было в скобках бесшипная. И действительно, шипов достаточно немного, но есть. Вот. И здесь то же самое. Вроде бы бесшипные, а шипы-то вот они. Но я не обижусь. Почему? Они у нас замерзают. Но подсевы выращивать можно.
И второе, малиноежевики 2. Так. Правда, тут еще написано Кумберленд желтый, Кумберленд черный. Тут непонятно. Возможно, они внутри там и есть. Посмотрим. Ну вот и все. Значит, китайских слив я не нашел. Несколько названий не нашел. Ну, что ж, за что купил, зато продаю. Вот оно все есть. Вот оно. Вот все будет высажено завтра и, возможно, часть послезавтра. Еще потому, что сегодня целый день шел дождь. Господи, второй год ждал дождя и дождался. Так, ребята, на чем мы должны закончить? Надо ли заниматься вот этой пересылкой? Я считаю, надо. Иначе как пополнять коллекцию? Вот яркий пример. Ну, приживется 2-3 разных груш, особенно красное мясо. И мы обогатимся этим. Вы помните, с чего начинался мои персики? Вот такая веточка, вот такая вот. От замерзшего куста отделена маленькая, живая. Вот. Это было в поселке Сизой. Прошли годы. Триумф дичайший. Если когда-то осознание придет в стране и в ученых, что Железов совершил чудо, и теперь тысячи именно этого сорта образца из поселки, который я нашел с таким трудом, из поселка Сизая, превратилось в тысячи черенков, десятки тысяч уже косточек, уже торгуют не только моими косточками, уже проращивают их и торгуют моими саженцами, не моими саженцами. И самое отчаянное, пишут так, да, персик Хасанский, Железова, или персик Хасанский, клон Железова. Вот это все можно запросто размножать, начиная вот с такого. Ну, не знал я, что на свете существуют красномясо и груши. Будут. Поддержите только и все. А пока вот, обменивайтесь, не забывайте друг про друга. Сейчас обидно так, что человек увидел, что уже поздно. Он уже говорит, я буду первый в ноябре месяце по черенкам. Ой, застолбите. Что застолблять-то? В ноябре месяце будет 20-30 заказов. И вам гарантировано. А потом наступит зима. Вот, быстро-быстро. И потом зимой будет совсем слабенько. На садоводах приватчиков становится все меньше. Из каждого 10 писем 9. Я не хочу привать, я не имею привать, я не буду привать. Ну а мы будем создавать волшебство дальше. Спасибо, Данил, за то, что есть. Вот. Даже с этого можно сотворить чудо. Хотя я даже ругался. Мол, не присылай мне это, не мое. А вот это мое. Вот. Вот это тот самый джамбо-кот. Вот. А вдруг приживется? Ну, на этих вот оптимистических словах вдруг приживется. Я заканчиваю этот разговор. До свидания, друзья. До новых встреч. Ну, а первый фильм отправлю Данилу. Пусть посмотрит на то, что он совершил. Возможно, подвиг. Если когда половина с этого приживется, особенно джамбо-кот, считайте, что он сделал, внес свою лепту в российское садоводство. Уж я-то свое не упущу. А то подумаешь, у меня 120 самые крупные. Ну, возможно, были крупнее, не всегда это. А в этом 130 уже моих последователей, тот же самый, а Калининград. У женщины, ладно бы одно 20, все дерево 130-граммовых. Вот. А персик, у меня это 50 грамм, а вот этого шаломай взял, теплица вырастила. Что такое теплица? Почувствовал родину, субтропики. Мой же персик Хасанский. И выдал 200-220. О! Вот так вот. Так что мы способны на многое. До свидания, друзья. До новых встреч.